А, да? Ну, так, лучше мэра. Так, ну, пока не зависает, по крайней мере. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, нет. Я вас слушаю. Я только спросил, почему у вас звезды пятиконечные на груди? Это сионистский знак. Честно, не задавался вопросом даже. Это главное богоборцы. Ну как, крест – это сионистский знак. Шестиконечная – это Израиль. Пятиконечная – это. Разве у них не перевернутая должна быть? Не, ах, это ее не перевернешь. Это перевернутый крест сломанный, свастика. А это звезда пятиконечная. Ну ладно. От незнания. От незнания, да. Ну вот так вот. Игнатий Тихонович, вот вопрос по Писанию хотел бы сразу задать. Апостола Якова послание. Так, поближе к микрофону и громче говорите, а то жалобы, что плохо слышно. Так, сейчас слышно? Слышно, вот так держите ее. Хорошо. Вот по посланию Якова, получается, 1 глава, 27 стих. «Чисто, непорочно, благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот слово «презирать», то есть, ну, я вот заботиться, заботиться, а буква, если «е», «презирать», то есть с отвращением, а «презирать», то нет, есть… со словом «и», «презирать». «И» – это означает заботиться, привещать, взять заботу, кормить, поить. Ага, все понял, сейчас помечу. Бывает так, какое-то заведение, презрение сирот и вдов. То есть собирает их, кормят и поет. Все понял. В общем, дело только в лишь написании одной буквы, да? Да. Так, понял. Дальше. Вот скажите, Игнатий Тихонович, вот читаю вот послание, да, апостол Павел, ну, много раз упоминает о том, что обрезание, ну, то есть потеряло весь свой смысл, да, с наступлением Нового Завета, правильно? Да, потому что оно было прообразом, тенью будущих благ, переходит на крещение. 2.11 да, Колоссянам об этом говорит. Ну, вот в Деяниях апостолов, там есть место, где написано, что Павел для язычников обрезал, по-моему, Тимофея. Нет, не для язычников, для евреев. Язычников не было, да еще. Для иудеев. Для да, иудеев, чтобы они могли принять. То есть он сделал исключение ради великой миссии, которую назначил Господь. Ни пользы ни для Тимофею, а чтобы они его приняли. С необрезанным они разговаривать не будут. Лишь только для этого. Только для этого, что… только. Другой вины никакой нету. А вы, говорите, ну, если получается… обрезываетесь, остались без Христа. Он прямо Галатам пишет. Ага, ну и одновременно и принимали крещение в то время, правильно? Ну, само собой. Те люди, которые приняли Иоанново крещение, которое не давало прощения, они приняли теперь уже во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда крещение есть, дает прощение грехов. То есть для иудеев всегда какие-то были исключения? Да. Нет, я думал, что с наступлением Ветхого Завета уже грань это стерла. Да, но нас не касается. Это 2000 лет назад все ушло. Сейчас таких нету. Так, все понятно. Так, еще один вопрос, Игнатий Тихонович. Вот по поводу того, что все-таки как церковь жила… Микрофон возьмите, в руку микрофон возьмите. Хорошо. Так. Слышно все хорошо? Вот так, чтобы было. Да, что там? Повторите. Вот, получается, как жила церковь, получается, без Писания очень долгие века. Получается, когда Писание вот перевели на синодальный перевод? Это всего-то… 1800, какой вы говорили? 76-й. Вот, 1876. А что 1876 лет делала церковь без Писания? На чем она основывалась вообще? Как да это как до этого жили-то? Ну как, на церковно-славянском было. А это перевели на великорусский язык. Уже было переведено Вульгата Иеронима Стридонского. Другие народы уже перевели на свой английский, там… Перевод Джеймса Якова, короля Якова. Лютер уже давно перевел, 1517 год. А у русских не было. То есть молились, Евангелие считали, Библия была, Острожская, других изданий. Но на языке, который стал уже непонятным. А у нас великорусский язык, которым мы разговариваем.
Знаете, с какого года получается Библия вот в том формате, вот, в котором она сейчас? Вот все послания, все Евангелия. Вот, с апостольских времен. Есть? Апостольское правило 85-е. Там перечисляются книги. Апостольское правило 85-е в первом веке. А, это уже с первых веков? Да, конечно. В таком виде. Конечно. Ветхий Завет был собран Ездрой, а Новый Завет уже собирали. Определенно не указано кто. Ну, так вот складывалось одно к одному. В Евангелии было около 20 разных названий. В церкви осталось 4. Это чудесным образом было, как пишет об этом профессор Марцинковский. Взяли все вместе Евангелия, Фомы, Иуды, евреев и положили на престоле в алтаре. И храм закрыли, стали молиться. И когда утром пришли, открыли, все валяются на полу, а 4 Матфея, Марка, Лукиана лежат на престоле. Он говорит, что если бы это не так, это предание такое, наше сознание откалибровало бы ненужное и выбрало только то, что есть. В одном из Евангелий говорится, что Христос, когда был мальчиком маленьким, там лет 5-6, они были близки с Иудой, Искариотом. Ну и делали из глины, лепили голубей. Но у него получались лучше, у Христа. А у Иуды плохо, он ногами ставтал, топтал их у него, а он их подбрасывал вверх. Они летели и садились высоко, где Иуда не достанет. На это Иоанн Златоуст, кто говорит еще... Что, ну как может быть чудо, когда написано «в Кане Галилейской положил начало чудес». В Кане. А до Кана-то еще 30 лет. Ну еще вы думаете, говорит. Поэтому явно видно, что это там как книга Еноха. Там все выдумки. Церковь не приняла. Вот, допустим, Дидахи. Дидахи – это поддельное, можно сказать, даже апокрифическое произведение. А за него прямо цепляются. Но и по нему не делают. А там написано «Дидахи» или «12 апостолов». Оно относится где-то к концу второго века. Угу. То есть все уже идет очень с давних времен. Да. Потом собор подтвердил именно вот эти книги. Все книги приняты. И неканонические приняты, кроме третьей книги Ездры. 13-14 главы Даниила нету. Там, кажется, молитвы Манассии нету, Паралипоменон. А остальные все книги есть. А сектанты их 11 книг оторвали и выбросили. Ну вот, а где эта Библия, которая это с полным изданием получается? В любой православной церкви. За 2000 лет ни у католиков, ни у православных ни одной Библии не было выпущено, чтобы она была не полная. Это еретики, сектанты, саддукеи. Они вырвали все, выбросили, топчутся по ним. А у нас 77. Сама цифра 7 говорит, что это полнота. А шестерка все время напоминает о чем-то. 666. Даже 10 то не могут понять. Не 10 выбросили, а именно 11. В любой храм православный зайдите. Православный храм зайдите и спросите Библию. Там продают только 77 книг. Вы откройте, посмотрите. Благословение, если есть, патриарха. Даже не смотрите, берите. Это синодальный, написано синодальный перевод. Обязательно Библию достаньте полную. А баптисты взяли, выбросили, но все-таки синодальный держат. А другие стали свои переводы делать. Свете Лего вообще новую книгу написали. Никакого отношения к Библии не имеет. Под именем Библии всемирный перевод. Обманщики. То есть, вот эти, а что такое вообще получается? Канонический? Канон – это трость для измерения чего-либо. Как вот, допустим, аршин, метр, сажень. И трость является то, что было на еврейском языке. А теперь в Новом Завете, тут уже из греческого, трость. Нужно понимать это выше. Канон – это Господь положил на сердце, что считать, как специально есть там палата мер и весов во Франции. Вас что-то замкнуло опять. Вам не слышно? Полностью вырубило. Дело плохо. Ничего не слышно. Нет, это не мое. У меня стационар, у меня вообще очень хороший этот аппарат, но... Не слышно. Вот эти планшеты с телефона, до того не люблю. Так. Что-то вырубилось.
Так, вы самостоятельно не отключайтесь, пока не договорились. Вообще, потому что невозможно, я не слышу даже ничего. Ну даже не слышите, скажите должны, что я отключаюсь. А я сказал несколько раз, но я не слышал, не было. Ну ладно, говорите. Не, я просто остановился. Ну, последнее, что услышал, что вы мне про канонические книги начали сказать. Канон – это трость для измерения. Это трость, Господь дает это. То есть разум наш, канон этот уже отшлифовал. Первое было, что на еврейском языке, который книги евреев, перевод 70 Симаха, Педатиона, Акилы, это вот за канон уже взятый был, а остальное никогда не принимали. Для нас канон это синодальный. Синодальный, все уже отрихтовано. Лучше синодальный. 77 книг, они все в канон в это входят. Все входят. Ага. Кроме книги Третьей Ездры. Она не была в свитках там найдена. Ну, допустим, какой там Синайский манускрипт Константин Тишендорф его обрел и подарил русскому императору. Там где-то на Синайском полуострове. Это то, с чего у нас переведен Новый Завет. Свиток. Ему Господь это открыл. Однажды он грелся, там зашел в монастырь и говорит, у вас какие-нибудь есть старые свитки? Они говорят, да нет, у нас тут ничего нету. Он повернул голову, а монах в печку кидает какие-то черные поленья. Он соскочил, схватил, это как раз Синайский манускрипт. Его в 1936 году советское правительство продало в Британский музей за 500 тысяч долларов. А с каким, интересно, смыслом все это сделалось, 11 книг выбросилось? Там какие-то тайны сакральные? Никаких тайн нету, это история. Книга «Премудрости». Смысл просто их было выкидывать, не понял. Ну какой смысл? Так, любую книгу, какой смысл? Содержание надо смотреть. Книга «Маковейский» — это о борьбе иудейского народа за независимость. Это исторические книги. А вот «Премудрость Сирахова» — это как, ну образно сказать, похоже на книгу «Притчи Соломона». Опять замкнуло. Плохо дело. Ничего не слышно. Пока не отключайте. Наверное, разговор не получится сегодня. Что у вас там? Алло. Ну, я слышу. Вы говорите, оно так... Вы зависаете прямо. По слову залипает и все. Так, что... и говорите вопрос следующий. Не дает. Да, мы с вами просто разговаривали о крещении. Я понял, что вы объясняете то, что это для прощения грехов. А что же тогда покаяние, Игнатий Тихонович? Покаяние. Что покаяние это? Это просто первая ступень. Это осознание себя, отречение. Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Это отречение себя. Растопчи свое «я». Я умер для мира, и мир для меня. Мы два мертвеца встретились. И я осознал, Господь Духом Святым показал мне. Я раскаиваюсь в этом. А раскаяние – это шаг, который открывает мне двери, чтобы я был услышан Богом. Пока человек не кается, Господь его не слышит. То есть это, получается, первая ступень? Да, первая ступень. И она, эта ступень, все шире и шире будет. На этой ступени мусульмане, буддисты, язычники, там все толкутся. Но крещение, это только крещение. Только крещение, правильно, только у церкви есть. У еретиков его нету. Угу. В 4 веке еще Киприан Карфагенский сказал, их крещение есть осквернение. И их дом молитвы, это, говорит, вместилище бесов. Это уже все давно сказано. Ну, враги. Я вот вам скину, если мы еще материал тут, как в Румынии один там старец учил. Которые пришиты, их никогда, говорит, не было. Откуда они взялись? Сотни миллионов долларов сейчас лепит Америка, чтобы разрушить православие внутри государства. Если бы одна была секта, и то, а их сотни разных названий. И между собой ни под каким видом не сходятся. А все одинаково. Заблуждение. Да, я видел у вас ролики, но там прямо у вас вообще какие-то, даже секты-то не назовешь, там все хуже секты. Какая-то музыка, как в клубе, как будто. Это у вас я видео смотрел на канале. Вот, Игнатий Тихонович, еще такой вопрос, точнее, даже это не вопрос, а мне не хотелось бы больше услышать по поводу, ну, не то, что иконы, там, я не буду спорить, там, можно, нельзя, там, я все понял, я много уже роликов ваших смотрел, а мнение о том, что вот
про то, ну вот во что это сейчас переросло. Вот, например, как у нас вот в нашем городе, да, Курске, привозят коренную вот икону Божьей Матери. Ну вот настолько, на мой взгляд, кощунственно, вот ее носят там по улицам, просто, не знаю, тысячи людей стекаются, непонятно для чего, просто, чтобы прислониться, знаете, как будто, как у буддистов этого ламу там, все равно похоже, вот дотронуться лишь бы, непонятно для чего, вот какое ваше мнение вот относительно? Я никогда не хожу на эти их торжества, ни в одном крестом ходе, меня это не касается, на мое спасение это не влияет, но и на погибель это не влияет, если человек знает, потому что почтение к иконе, как говорится, относится к первообразу. Я это знаю теоретически, но я никогда не пойду. Вот одна у нас сестра тут говорит, у меня икона стала мироточить. Я говорю, немедленно сдай ее куда там, кто любит их. У нас этого нету. Нам это не надо. Златоуст говорит, мне чудеса не нужны. А там исследования сделали, патриархии, экономцев, там, геологов собрали, там, врачей. Что такое мироточение? И вывод сделали. Не чертовщина ли, не бесы ли над нами издеваются, а мы голову ломаем. Вот и весь ответ. Это специальная комиссия от патриарха. Если хотите, я вам скину этот материал. Да, да, все, что вот касаемо нашего беседы. Если там, а икона, икона, у нас следующая тема будет, там подробно будет. Подробно. Не-не-не, у меня вопросов вообще нет там к иконам. Так. Все такое прочее. Я, не, для меня нет это там что-то там. У нас крещение нынче, то есть в 19-м году будет 7 июля. Июля. А вот вы занятия говорили, вот эти занятия, они у вас по воскресеньям проходят? Это воскресенье. Угу. Не, вы просто мне говорили, что связаться там с кем-то, но, не знаю, может сегодня попробую, потому что у меня, я сам живу не в городе, и с интернетом вот выезжаю, к брату. Вы можете на занятиям к нашим в чат приходить? Я вам скинул, я вам адрес-то скинул, как заходить? Нет, вы мне скинули как бы фамилия Пупков. Во, это он ведет занятия. Нет, и через него связаться там с кем-то с Франции. А там нету, там отошел он. Потому что ага. У него начались занятия по изучению французского языка. Туда даже не заходите. А именно с Сергеем Пупковым. Вот сейчас, ага. Сколько? Ну, через час у нас начнутся занятия. 17, это 18.06. Так что у нас тут немного еще есть время. Не, а можно время по Москве? Какое получается? По Москве это в 2 часа дня, в 14. 2 часа. 14. Да. Mm-hmm. Среду, пятницу и воскресенье. Среду, пятницу, воскресенье? Да, 3 раза идут у нас занятия по скайпу. Mm-hmm. Вы видели, тут недавно скайп, у меня по скайпу разговору было, его звать Василий. Из Америки написано США. Я не помню. Я последний вот вчера, позавчера смотрел, но, по-моему, не его я смотрел. Ну, там вы увидите, там мы с ним говорим, он не слушает. Он не вопрос задает, а старается на себя перетянуть. Свое, да? Свое, да. Я говорю, вопрос задается просто. Для чего нужна икона? Я тебе ответил. Какая польза? Я тебе ответил. Ты вопрос задал, теперь слушай. Ты ученик, ты пришел к учителю. Кто кому задает вопросы? А ему надо учить, это... учить. А сам всю жизнь бродит по помойкам по разным. Я тоже не люблю с такими людьми разговаривать, когда не умеют слушать. А, вот. И последний вопрос, Игнат Тихонович, я хотел бы вот задать. По-моему, в одной из беседы с мусульманами вы говорили, что вот в Ветхом Завете за грех, ну, человека, естественно, ожидал смерть, правильно? Да, написано «Возмездие за грех – смерть». 6.23 к римлянам. Да, вот. А новый завет, получается, отличается тем, что все грехи покрывает благодать Христа, правильно? Да, если человек истинно раскаивается, а мирской суд его будет судить. Мирской суд нас не касается. Там что, мне голову отрежут или пытать будут? Это никакого значения не имеет перед вечностью. За свои дела я должен ответить. Но мы спасаемся кровью Христа, жертвой его Голгофской. А как это, Игнат Тихонович, в Ветхом спасались ли люди вообще? Или всем было одна дорога? На небо никто не зашел, ни один. Они там где-то, называется по-еврейски Шеол. Такое место, где там не мучение. Вот 16 глава Евангелия от Луки описывает это. 16 глава. Так, и вот они ждали Христа. И когда Христос был распят, он душою сошел туда и вывел их оттуда. Об этом написано первое послание Петра 4.6.
про то, что он проповедовал. Да, проповедовал. Преисподнюю. Да, и третья глава, там 19 стих. Духам, сошедшим преисподнюю. Получается, миссия была Христа еще и вывести всех из преисподней. Да, и поэтому он покой обрел только воскресенье. Суббота ветхозаветняя, она указывала на воскресенье. Сегодня мы субботу не празднуем, празднуем воскресенье Христово. Он говорит, все будут печальны, а вы возрадуетесь. То есть жена говорит, когда рождает, терпит скорбь, а когда родит, не помнит себя. И поэтому все возрождение, воскресенье в первый день недели, то есть сегодня. Сегодня воскресенье. Мусульмане пятницу, иудеи субботу, а мы воскресенье. А вообще, Игнатий Тихонович, получается, иудеи до сих пор они ожидают, получается, да, мессию? Да, они ожидают мессию и примут антихриста на 3,5 года. Это уже в написано в... Это уже все хорошо написано. 13 глава Откровения, это определенно уже говорится. Тут никуда от этого не денешься. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Это мы будем проходить потом все это. И когда вы уже что-то знаете, тогда вам легче. Скажешь, сам себе скажешь, вот а я уже слышал. Не, вот для меня лично, я сколько вот читаю, например, ну, Ветхий Завет само собой тяжеловато, но вот самое, на мой взгляд, сложное, это Откровение книги. Ну, Откровение у вас теперь есть? Да, есть. Все читайте. Третий том открытый, это Нового Завета. Покажите его, где он у вас? Ну-ка. О, все вот. Открыто. Так, корочку покажите. Нет, вы... Нет, я не из Библии говорю, а, наш трехтомник, красный переплет. Вы... Нет, а у меня нету его. А вы не заказывали? Нет. Но толкование... Я вот как-то спросил, именно написал вам в чате, но ответа я... Я вам ответил? Нет, нет, про книги нет, не было. Ну, ответа. Вы тогда в мой мир зайдите на меня, и там, я вам там отвечу, могу и здесь ответить. Нет, как? Лучше здесь, потому что... Ну, здесь, ладно, здесь. Как получить? Как получить, да. Там сколько стоит, куда перевести деньги, все. Потому а что... скачать их в интернете там вообще можно? Можно, перевести? Можно на нашем можно. Сайте. Пожалуйста. А, то есть все эти книги можно скачать? Ну, там книги только так. Когда сама книга, она иллюстрирована. 240 иллюстраций Гюстава Доре раскрашенная. Uh-huh. Это книга в руках. Тут вот погас сейчас свет, у тебя не работает и все. Книга есть книга. Но и в интернете можно достать, в нашем сайте. Я это тоже могу скинуть вам. Да, я понял. Хорошо, Игнатий Тихонович. Но все равно скиньте туда. Хорошо. Прям сразу здесь и скину, не отходите. И вы сразу переходите на Сергея Пупкова, что он вас сегодня принял. Угу. Заявку дайте. Он должен подключать, не вы сами себя. Да, я понял. И тогда сидите, спокойно слушайте. Если будут вопросы, зададите. У нас сейчас занятие, а полчаса отвечаю я на вопросы. А там получается, ну вы говорите, задавать вопросы в писать или как? Или можно прям... Голосом, вот как мы с вами. А, голос. Ага. Голосом. Он в это время щелкнет на вас, показать, кто говорит. Хорошо, я понял, Игнатий Ильич. Ну, Игнатий Ильич, у меня последняя просьба. Ну, не то чтобы просьба. В общем, ну, у меня есть там кое-какой материал, если у вас есть время. Можете прочитать, ну, и если, конечно, будет желание, мне комментарий какой-то дать. Какой? Я вам скину материал, ну, почитайте, там некоторые мысли есть. Если будет возможность. У меня... Да, нет, это абсолютно. У меня столько сейчас времени уходит на заказчику, потому что помощника уже целую неделю нету. Там по возможности нету. Там не думайте, что там 5 томов, и там невозможно. Но там просто, ну, 5 страничек прочитать. Ну ладно, ладно. Да. Если возможность будет, я посмотрю. Да. То есть можно вам сейчас будет скинуть? Давайте, скидывайте, а я сразу на вас скину. Угу, так, сейчас. Так, все, да? Все, я скину. Ну, давайте, отключайтесь, отходите. Хорошо, все, с Богом. С Богом. Вы знаете, куда Сергею звонить. Звоните сразу ему. Давайте. Хорошо. С Богом.